слышу, Николета! Ты что, Рави? Дорогие, вы меня спросите, какой сегодня день, и я скажу, самый лучший. Спросите, почему? Да потому что сегодня мы поедем помогать людям. Это самое лучшее, что может быть в жизни для нашей души. Сегодня я с группой моих любимых волонтеров. Мы поедем к семьям, которые нуждаются в помощи. Кому-то нужна еда, кому-то нужны стройматериалы, кому-то подгузники. У каждого своя просьба, свое обращение. Но скажу более того, мы идем не только передать продукты питания, не только передать какие-то нужные вещи. Мы идем передать любовь своего сердца. И каждый раз, когда мы приходим к людям, мы меняем судьбу. Потому что происходит кармическое очищение, кармическая работа. Ее никто не видит. Хотя, возможно, кое-что третий глаз все видит это. Но чаще всего эта работа, она не видна. Но это работа моего сердца. Это мой подарок этому миру. Что я могу прийти в семью, которая так нуждается, которая, возможно, потеряла надежду на все, потеряла веру в Бога, в высшие силы. Эту веру вернуть человеку, этим семьям. И я знаю, как жизнь меняется после каждого нашего прихода, после каждой беседы нашего сердца. Ну что, пойдемте с нами?